Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня 31 декабря и на моем канале новый лайф-влог. Я уже ближе к вечеру выбралась в магазин. Мне вообще этого очень не хотелось сегодня. Вот, ну, кто смотрит мои хобби-влоги, знает, что у меня 29 вечером разболелся зуб ни с того ни с сего. Вот. Ну и, короче говоря, ни с того ни с сего, меня просто никогда не беспокоил, но я знала, что, в принципе, пора удалять. В общем, 29 вечером он меня стал беспокоить довольно сильно, пришлось пить кучу обезболивающих, и на утро, сообразив, что еще рабочий день, я врачу написала в WhatsApp, он сказал, что работает, чтоб я приехала. Ну, в общем, обезболивающие, правда, не действовали, анестезия. Он меня обколол много раз, в итоге подействовала минут через 30-40 только. Ну и, короче, все нормально, удалили, но вот. Как-то... Не, я очень рада, что это, по крайней мере, произошло до праздников, а не во время праздников. Ну да, настроение у меня не очень. Ну да ладно. В общем, к вечеру я выбралась в магазин. Но я купила такие самые обычные продукты, муку, гречку, две пачки, одну собаке, одну себе. Я говорила, что раньше мне эта гречка там нравилась, потом она какая-то странная стала, но вот не так давно я ее купила, она оказалась снова нормальной. Так что еще одну упаковку ячки купила для собаки. Вот. Одну бутылку масла, потому что у меня были запасы, сейчас закончились. И я думаю, пусть одна будет в запасе, бутылочка. Далее купила лук. А потом купила морковку. Но я ее из кадра сразу уберу, потому что она не очень такая чистая. Два рулона туалетной бумаги. Так, что еще я купила? Прошу прощения, картошку, но не буду ее доставать, в общем. А может и достану, не знаю. Сейчас, один момент. Капусту. Вот, купила. Решила вот эту овсянку попробовать. Вроде у нее такая же этикетка, как и на той, которая мне не понравилась, но при этом производитель другой, поэтому взяла. Вот. Ну и, короче говоря, вот она, картошка. Тоже уберу из кадра, потому что она не мытая, и на стол не хочу ее ставить. Вчера я еще в Ашане была. И брала яблоки. Две упаковки там по килограмму. Ну, значит, мука стоила 38 рублей. Капуста 14,99 за килограмм. А я еще покупала слойку свердловскую для ушастика в честь праздничка. 23,99. Хлопья Геркулес 12,79, масло 83, ячка 25, туалетная бумага по 8 с чем-то, гречка по 71, морковь 16,99 за килограмм, картофель 19,99 за килограмм и лук 19,49. Вот. Новый год я отмечать не буду. Ну, просто я как-то давно уже хотела перестать его отмечать, но как-то в этот раз так все как-то хорошо получилось. Ну, потому что, во-первых, зуб удалили, ничего толком особо есть нельзя. Ну, выпить, честно, ну, как бы врач сказал, что можно, но мне не очень хочется. Я как бы не поклонница спиртных напитков. Ну и как
как-то настроения нет. Я, правда, думала сначала, что не буду наряжать елку, потом решила, что отмечу как-нибудь нестандартно, типа елку поставлю на балкон, а сама не буду в новогоднюю ночь сидеть, но при этом днем испеку утром какой-нибудь пирог новенький, там с мандаринами, например. Поеду погуляю в Хадынский парк, зайду в Ашан, куплю сидр. Ну и, в общем, вернусь домой, а в парке тоже погуляю с горячим чаем, вкусняшками, как я люблю. Вот. Но получилось так, что из-за зуба, тем более горячее, нельзя, и как-то погода не сложилась. Вот. Тем более гуляла я вчера с Ниной Art Magic. Привет тебе. Ну и сегодня мне как-то утром я встала. Конечно, зуб уже не болел, точнее, десна. А так болела голова, поэтому я кое-как убралась дома, навела порядок. Но у меня не готов не только праздничный стол. У меня даже ни первое не приготовлено. То есть ни суп, ни что-то на ужин не приготовлено. И желания никакого нет. Поэтому я сейчас покормлю ушастика. Вот, и лягу спать. Ну, может быть, что-нибудь посмотрю. На ночь, скорее всего, это будет тоже YouTube. И я даже, кстати, сегодня не раскрашивала, но у меня не дошли руки. Потому что я понимала, надо сходить в магазин, чтобы уже не разбивать себе день завтра. Вот. Ну, короче, времени мне не хватило. А сейчас я уже скоро хочу, ну, где-то через часик лечь спать. Ну, правда, если дадут поспать, потому что у нас уже стреляют. Вот. И для ушастого это, к слову сказать, стресс. Но, тем не менее, всех поздравляю с наступающим. Хотя, когда этот влог выйдет, будет уже наступившее. Рубрика «Из Питера сообщают». Это вот благодатная улица. Как раз новогодняя ночь. Мне прислали, это снято где-то часа в 2. Надо сказать, у меня, когда я все это стала прослушивать, у меня пес снова был в стрессе, подскочил. Ночь, красивый район. Это на полчаса позже снято тоже. Вот насколько потрясающий район украшен. Вот двор. Супер. И елки, и вообще классно, конечно. Но тут у людей и Новый год ощущается, потому как... Вот это я, кстати, ошиблась. Вот это на полчаса позже было снято. Но вот тут у людей действительно Новый год ощущается, потому что для них все украшено. И деревья, как бы дома, елка стоит, то есть действительно приятно. Ну, я представляю, какой это шум. Там, я думаю, что это более шумно, чем у нас, потому что там вот дома со всех сторон. И когда во дворе вот это пускают... Ну да ладно, тут, повторюсь, хоть праздник ощущается. Ну, единственное, что снято вертикально, ну просто друг забыл, что я просила горизонтально. Ну, не страшно. 1 января, первый завтрак в новом году, каша, кофе на праздничной салфетке. Первый ужин в новом году. Тут у меня баварская сосиска с яйцом, два блинчика с мясом и пирожок с рисом. Просто из-за зуба я вообще не могла ничего толком есть, и после удаления зуба было сложно. Короче, сегодня я прям уже поняла, что я зверски голодная. Сейчас буду делать маску для лица. Эту маску мне подарила Оксана. Привет тебе, огромное спасибо. Это маска с принтом в виде снеговика. Так что я ее обязательно вам покажу. Сейчас как раз лягу в кровать и сделаю. Ну, а потом отзыв в пустышках. Второе января, утро, ну, уже светает, в общем-то, что-то у нас
света нет в районе, на улице как-то странно. Идет такой легкий снежок. Люблю это время суток. Я уже говорила, когда вот город просыпается, это очень классно. Сейчас буду делать себе завтрак, кофе. В общем, здорово. Уютное время. Ну и потом буду снимать видео, монтировать, раскрашивать. О, вот и свет дали. Ну и замечательно. Так гораздо лучше. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Хорошего вам настроения, здоровья, вдохновения. И мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!